Алматинский государственный колледж новых технологий имеет богатую, почти 70-летнюю историю. На сегодняшний день колледж является уникальным профессионально-техническим учебным заведением. Здесь происходит подготовка кадров по пяти ведущим специальностям, а именно техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта, моделирование и конструирование одежды, техническое обслуживание транспортного радиоэлектронного оборудования, организация перевозок и управление движением на транспорте, менеджмент на автотранспорте. Учебные комнаты и лаборатории колледжа новых технологий укомплектованы самым современным оборудованием, которое позволяет оптимизировать процесс обучения. Практически все пособия, стенды и учебные макеты были разработаны и собраны преподавателями и студентами самого колледжа. Колледж оборудовал несколько высокотехнологичных лабораторий. Среди них – уникальная лаборатория по внедрению инновационных технологий в швейное производство, система автоматизированного проектирования одежды «Графис». Швейные предприятия поняли, что для того, чтобы создавать конкурентоспособную продукцию, необходимо внедрять информационные технологии в производство. Наиболее актуальной для внедрения является система автоматизированного проектирования одежды. «Графис» позволяет разрабатывать конструкции новых моделей и корректировать построенные лекала, проводить раскладку на материале, градацию по размерам и выводить на печать результат в масштабе 1:1. Мы экономим время, которое самое нужное на предприятии. На изготовление изделия, как если вручную строить, уходит 2 дня. А на графисе мы за 2 дня можем построить несколько моделей одновременно, еще размножить на разные размеры и роста. В рамках получения специальности швейное производство и моделирование одежды учащиеся также изучают компьютерные программы CorelDRAW и Photoshop для последующего применения полученных навыков в области дизайна одежды. Это расширяет возможности, конкурентоспособные возможности наших выпускников. Они могут работать не только как модельеры-конструкторы, как дизайнеры. Часть, примерно 20% наших выпускников уходит, допустим, в типографии работать, в рекламный бизнес. Начиная с 2005 года в колледже активно работает научное студенческое общество, на счету которого свыше 50 разработок. Надо отметить, что в отличие от многих других аналогичных учебных заведений, колледж новых технологий уделяет особое внимание практическим знаниям своих студентов. Открытие нового механического цеха – еще одно тому подтверждение. Данный цех необходим для того, чтобы познакомить учащихся с оборудованием, которое они смогут использовать в своей профессиональной деятельности, при работе на СТО и в различных автоцентрах. Преимущество такой модели обучения очевидно. К тому же от данного цеха есть прямая польза самому колледжу. Любую необходимую для работы студентов деталь теперь можно выточить самостоятельно. К дипломным трудам учащихся здесь тоже подход особый. И упор опять-таки сделан на практические и творческие моменты. К примеру, студентам предстоит, среди прочего, создать с нуля 2 автомобиля – ВАЗ-2108 и ВАЗ-21011. Это очень важный момент, поскольку на защите дипломных работ всегда присутствуют потенциальные работодатели. Уровень подготовки ребят и масштабы проделанной работы, как правило, их впечатляют, а значит, частично решают вопрос трудоустройства выпускников колледжа. В этом колледже действительно учат люди, особенно мастера, которые находятся в этом цеху. Дал он мне уверенность в будущем, вот это он точно не дал, потому что я знаю уже, какую я профессию себе выбрал. И то, что я буду стабильным стану человеком со стабильным заработком. И это далеко не все новаторские разработки и инновационные проекты колледжа новых технологий, а лишь те, что уже изготовлены, апробированы и одобрены соответствующими инстанциями. Но на достигнутом руководство и учащиеся колледжа останавливаться не собираются. Впереди новые горизонты и новые открытия, которым колледж новых технологий идет уверенным шагом.